ламайте двері. Виходьте з машини, я сказав. Ну дивіться, ми вас зараз будемо витягувати з тої машини. І лежите до землі. Закадівати кайданки. Заспокійтесь, будь ласка. Ви заспокійтесь, я не буду вам розповідати. Не ламайте машину. Вийшли з машини, я сказав, бо документи не давав. Ламайте машину. Зачекайте. Виходьте з машини, водій. Зачекайте, будь ласка. Виходьте з машини. Ми вже чекаємо стільки часу. Ви тоді нормативно-правові акти вчите. Виходьте, водій. Я не вчу. Вчите. Аккуратно. Аккуратно. Що ви робите? Та ви мені руку зламаєте. Виходьте з машини. Виходьте з машини добровільно, я сказав. Для чого? Водій! Ви з машини виходьте. Заступіться. Відкривайте машину. Відкривайте машину, я сказав. Зараз... Відкривайте машину. Машину відкривайте! У мене рука зайнята. Машину а відкривайте. Другу ви тримаєте. Машину відкривайте вільною рукою. Відкривайте машину вільною рукою. Руки. Є у вас вільна рука. Відкривайте машину. Відпусти. Машину відкривайте, я сказав. Не кричіть. Відкривай машину. Не бий мене. У вас ні... Куди? Зупиніться, будь ласка. Я відкрию зараз машину. Відкривайте машину. Відкривайте машину, я сказав. Я відкрию машину. Відкривайте машину. Не кричіть. Я буду кричати. Відкривайте машину. Ви не виконуєте законну вимогу працівника поліції. Зараз машину відкривайте. Відпустіть руку, я не можу відкрити. Можете, у вас є ще одна вільна рука. Ну, що ти робиш? Годинник мені зламаєш. Я вам вже вас попередив, скажу вам ще раз. Болить відкривайте машину. Мені болить. Ламай. Відкривайте машину. Що ламає? Відкривай машину. Курточку порвав. Все рівно. А що все рівно? Годинник зламав. Сука, новий годинник, блядь. Акурат. Та я прищеплю. Зараз іди, не переживай. Я вийду зараз сам. Вже сам вийду. Є! Віка Зенець! Ух ти! Так видно 46-му статтю, значить, що вона не вставати на голову не вставай! Я не сопротивляюсь! Не вставай на голову! Руки! Та я не сопротивляюсь! Другу руку за спину, я сказав! Руку за модом! Руку, руку. Та я не можу, підніми мені плече трохи. Плече підніми я не можу зараз. Всім привіт. Я думаю, ви вже бачили це відео. Це у нас львовські доблесні патрульні поліцейські ламають мужчину в возрасті. Ну, як ви бачили, просто жесть. Залазять в автомобіль, задержують його, потім ще от це от... топчутся ногами на голове, но это надо быть полностью отмороженным. Смотрели, я думаю, вы это видео, оно уже на сегодняшний день там завирусилось очень сильно. И что интересно, ну я его тоже там репостил у себя в Фейсбуке. Что интересно? Интересно следующее. После всего этого события там во Львов начали подъезжать активисты, журналисты, юристы, адвокаты, писать заявления, жалобы и т.д. и т.п. И, в общем, разворошили там это все осиное гнездо очень серьезно. Там все бегают, не знают, кого сделать виноватым во всей этой ситуевине. В общем, такое там горит у некоторых. Пятая точка. И вот, значит, в понедельник, 25 января, группа журналистов, активистов, юристов встретилась с заместителем начальника управления патрульной полиции во Львовской области. И ну, они там ему задавали вопросы, но он там постоянно от них так уклонялся, как бы не хотел говорить. Только лишь сказал, что есть служебное расследование и никаких оценок давать не стал. Ну, в принципе, это как бы логично, потому что раз уже служебное расследование назначено, то... до того, как оно закончится, высказывать какие-то свои там соображения будет неправильно абсолютно. И это, ну, там, опять-таки, можно воспринимать там, как давление на комиссию, которая производит служебное расследование. Это понятно. Тут я не спорю, хорошо, не ответила на эти вопросы, да и ладно. Но интересно другое. Видео вот это вот целиком вышло, значит, 22 января. Как утверждают полицейские, вот эти вот самые на том заседании, что именно 22 января и было, значит, назначено служебное расследование. Но что интересно, на странице в Фейсбуке патрульной полиции Львовской области
24 января выходит пост, ну, касательно этой ситуации. И там в этом посте, значит, так написано, что якобы водитель такой негодяй, а он там не включил ближний свет фар, злостный нарушитель. И вообще он закрывался в автомобиле, вообще он конфликтовал с полицейскими. Видели, да, как он конфликтовал? Его дергают, орут на него, а он говорит спокойным голосом, что вы делаете? Да, вот это он конфликтовал, ну, чтобы вы понимали. Вот. И так красиво все расписали, да, а еще указали, что он, оказывается, не первый раз уже нарушил, а это имеет значение, да. Вот. А, дескать, полицейские делали все правильно, как бы к ним никаких вопросов. И только лишь после того, как 25 января вот эта вот группа юристов, журналистов, активистов встречалась с заместителем начальника УПП во Львовской области, эта публикация в Фейсбуке обновилась. И в конце уже они написали, что да, оказывается, вот, несмотря на то, что действия полицейских соответствовали закону, вот, было, значит, назначено служебное расследование. Интересно, как вот вы это можете состыковать? То вы пишете, что все хорошо, а потом назначено служебное расследование. Так если все хорошо, зачем оно назначено? Ну, у меня такое ощущение, что его назначили, вот, наверное, вообще 25 числа. Ну, я думаю, задним числом там где-то подправят, что якобы это заранее было сделано. То есть пока не возник реально резонанс, никто ничего не делал там во Львове. Они думали, опять это прокатит, опять мы отбрешимся в этих ваших интернетах, и на этом все закончится. Что интересно, на этом, значит, собрании поднимался вот этот интересный вопрос относительно вот всех вот подобных страничек в Фейсбуке. Я думаю, в недалеком будущем я тоже постараюсь этим заняться вопросом, потому что мне вот тоже хочется все-таки понять всю вот нормативную базу, какой они руководствуются, когда вот эти вот создают посты эти лживые. И если вы создаете посты и распространяете информацию, то почему вы тогда не опровергаете эту информацию, если она не подтвердилась? Или почему вы не привлекаете к ответственности тех, кто написал вот эти вот лживые посты? Вот мне интересно, вот это тоже вопрос поднять. И что еще интересно? Начальник там на этом собрании не присутствовал, УПП, но был зам. И вот у этого зама, я же говорю, он там от основной темы морозился, но вот там был еще один активист, Руслан, местный, львовский. Он задал, значит, этому замначальнику, задал вопрос, ну, один из любимых вопросов, который касается служебного удостоверения. И друге питання, саме болюче, службове ваше посвідчення. Чи маю я право, як громадянин цієї країни, мешканець цього міста, фіксувати на відео службове посвідчення патрульного інспектора? Будь-кого. Маю я таке право чи ні? На відео. Ви є керівник управління патрульної поліції, заступник керівника. Я вас прошу просто поставити жирну крапку зараз вашої відповіді. Щоб не було потім ці мої відео, що вони когось зображають, тому що ну, в більшості з того все починається. Можна зафіксую на відео? Чи можу я фіксувати службове посвідчення на відео? Можна. Можна. Але в тому випадку, якщо вам інспектор його дозволить фіксувати. Згідно чинного законодавства його пред'явити. Для ознайомлення. За те, що зафіксувати на відео, там жодного слова, на жаль, не скажу. Тобто, ні, ну дивіться. Якщо буде написано про те, що вам дозволено, точніше, інспектор чи поліцейський будь-який зобов'язаний пред'явити для відеофіксації, то він буде пред'являти. Там написано пред'явити для ознайомлення. Ні, там не так написано. Ви ж ознайомлюєтесь, якщо ви читали... Пане Руслан, я перепрошую. Ви ж ознайомлюєтесь не телефоном, ви ж ознайомлюєтесь очима для себе. Правда? А потом вы думаете, откуда вот берутся эти отбитые наглухо полицейские. А вот отсюда, вот, я много раз об этом говорил, начальники вот всех вот уровней, вот они и отвечают за весь этот тупейший беспредел. Потому что вот замначальника говорит, да, вы можете фиксировать на видео, но если полицейский вам это разрешит. А почему я должен у него разрешение какое-то спрашивать? И дальше он добавляет, что ну вот в 18 часть 3 там же не указано, что он должен на видео предъявлять. Ну, то есть говорит то же самое, что обычно говорят полицейские на линии, которые находятся. Но нет,
У нас есть закон о национальной полиции, где написано «предъявить». Без каких-либо условий, ограничений. То есть предъявить, он вот должен взять и предъявить. Все, вот так вот. А я хочу смотрю, я хочу вслух говорю, хочу записываю, хочу фиксирую на видео. Чем я руководствуюсь? Я руководствуюсь статьей 34 Конституции Украины, которая мне позволяет собирать информацию любым удобным для меня способом. А информация, которая находится в служебном удостоверении полицейского, она по закону не имеет никаких ограничений. То есть это фактически публичная информация, открытая. Это персональные данные, которые не подлежат защите, не являются конфиденциальными. Поэтому полицейский обязан предъявить. А что я буду делать, это я сам решу. Вот. Потому что если вот начальник так говорит, ну вот в 18 статье части 3 не написано, что на видео, то извините, господин замначальника, в эту игру можно ведь играть и вдвоем, как говорится, да? Мы ведь можем открыть, опять-таки, закон о дорожном движении, какая там 16-я статья, да? Статью 32-ю закона о национальной полиции, ПДД открыть, пункт 2.4, вот все вот те нормы, где указывается о праве полицейского проверить документы и об обязанности водителя предъявить документы. Вот, извините, замначальника, а в этих статьях ничего не указано, что, например, водитель должен предъявить их во вторник. Вот если вот вторник, и полицейский у меня требует, я скажу, а там написано, что во вторник я обязан. Ну вот это такой же самый бред, как и вот вы рассказываете, господин замначальник. Ну и под шумок он совсем рассыпался, этот замначальника. А? За службовое посвящение на себе. Ну, у нас є, який у нас орган найвищий, Конституційний суд України, він може тлумачити певні моменти по справі. Говорит, у нас є, оказывается, Конституційний суд, який може толковать некоторые моменти, як він сказав. Ой, замначальника УПП по Львовской області, садитесь, а, ви і так сидите, ну, в общем, двойка вам, твердая двойка. Откройте, пожалуйста, закон о Конституційному суді України. И вы там увидите, что никакие моменты Конституционный суд толковать не может. На сегодняшний день Конституционный суд даже не может толковать нормы законов. На сегодняшний день Конституционный суд имеет полномочия только лишь толковать нормы Конституции. Поэтому, пожалуйста, вот, напишите вместе с вот этими вот патрульными тоже сразу заявление об увольнении. И все. И возьмите туда во Львов какого-нибудь адекватного начальника и зама. Каждый делал то, что мог либо. Я просто совру и сказал, что здесь был выбор. У меня была мечта и никаких игр. Я всего лишь хотел уплатить ее.